Третий матч подряд «Моряков» в новом сезоне идет по проверенному сценарию. Преимущество севастопольцев на поле проявляется в трех забитых мячах, на что соперники отвечают лишь одним. Так произошло и в Феодосии на минувших выходных. Вновь нашей команде помог быстрый гол. Уже на 8-й минуте Ридван Османов спокойно реализовал выход 1-1. Наставник хозяев после матча признал, севастопольцы могли довести счет до крупного еще в самом начале игры. Но на перерыв команды ушли лишь при счете 2-0. Севастополь мощно начал, как бы могли мы. Уже они могли до 15-й минуты полностью результат решить. Там что-то мы вообще растерялись. Там забили они два гола. Там первый тайм так не получился у нас особенно. Там везде не получился, и сзади, и спереди. А второй тайм гол мы забили. Было таких два момента неплохих, могли сравнять. Казалось, ход игры был полностью под контролем севастопольцев. Но на 55-й минуте мяч после шального выстрела Валерия Шумского влетел прямо в девятку ворот Сергея Науменко. Моряки пережили не самые приятные 10 минут матча, когда феодосийцы почувствовали, что могут свести встречу в ничью. К счастью, на помощь нашей команде пришел пенальти. Но самое из этого хорошее, что моменты создаются, мы их создаем за счет партнеров, за счет взаимодействия группы игроков и достигаем взятия ворот, ну не взятия ворот, а ударом по воротам в створ. Вот хороший момент. А плохой момент, что мы на своих ошибках, вот именно на своих ошибках, подчеркиваю, умудряемся дать команде соперника развить атаку и атаковать наши ворота. Ну это будем исправлять. После этого подопечные Алексея Грачева не давали повода усомниться в исходе игры. Третий матч «Моряков» подряд после летних каникул закончился победой нашей команды со счетом 3-1. 3 сентября севастопольских болельщиков ждет дерби городов-героев. В гости приедет Керченский океан. Михаил Журавский, 7-Информбюро.